В Ессентуках несколько часов тушили пожар в одном из ведомственных санаториев. Огонь полностью уничтожил кровлю центрального корпуса, почти 2500 квадратных метров. Частично были повреждены и верхние перекрытия, само здание трехэтажное, но обрушение не произошло. По предварительной версии, возгорание началось из-за короткого замыкания в рекламном щите. Вывеска была закреплена как раз на крыше. Пострадавших нет, персонала и гостей, по уточненным данным 150 человек, оперативно эвакуировали. Людей разместили в санатории в соседнем Железноводске. Редактор